Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я бы хотел подвести итоги прошлого конкурса, и также в этом видеоролике вы узнаете, как быстро пройти пятое испытание, чтобы получить вот такие сани. Как видите, в принципе, выглядят довольно круто, и как я понимаю, скин может любой получить, но использовать вы его не сможете, пока не купите сами сани. Но самое главное то, что его можно будет получить без покупки этого геймпасса. Так, ну что же, давайте подведем итоги на конкурс. В конкурсе у нас было два вот таких Silver Stack. Победителя сейчас вы можете увидеть его на экране. Поздравляю. Чтобы забрать свой приз, напиши мне в личное сообщение в Дискорде. Ссылка, если что, есть в описании. Так, давайте приступим, значит, к нашему способу. Смотрите, для того, чтобы быстро вам ломать сундуки пряничные, которые спавнятся, во-первых, что я узнал, они очень часто спавнятся в VIP-локациях вот таких. То есть заходите на сервера, где 3-4 человека, и всегда забегайте сюда, если у вас есть VIP. Вот здесь он очень часто появляется. Также он довольно часто появляется на спавн-ворде, то есть в спавн-мире на всех локациях. И также появляется, естественно, в фантастическом мире и в теч-мире. Но там уже шанс появления довольно меньше. Чаще всего он появляется именно в спавн-мире. И все-таки, если у вас есть VIP, советую проверять всегда VIP-локацию, потому что он там часто бывает, его даже никто не трогает, потому что у всех мало VIP. Ну, в принципе, у меня на этом все. Вот таким способом я получил вот эти сани. Выглядит довольно, кстати, круто. Так что пользуйтесь этим способом, заходите на сервера, где сидит один или три человека, и ищите сундуки. Я сани эти буквально где-то за часа два получил. То есть за два часа я сломал 40 сундуков. В принципе, довольно круто. Ну что же, на этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Айсбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.